Раньше на этом месте уже была хоккейная коробка, но она морально и фактически устарела, став травмоопасной. Теперь на ее месте появится современная площадка. Зимой здесь можно будет заниматься многими видами спорта. Кататься на льду, играть в хоккей, а летом в стритбол, баскетбол, гандбол. Во-первых, это стеклопластиковые борта, они фанерные. Они заявленный срок службы более 20 лет. В отличие от фанеры, которая за 2-3 года теряет всякую функциональную способность, она не расслаивается. У нее встроенная отбивная полоса, которая отбойная полоса для шайбы, которая позволяет, ну, то есть через 3-5 лет у вас не будет все снизу разбито, она как была, она интегрирована. Работы здесь начались меньше 2 недель назад, завершатся в ноябре. Глава Одинцовского округа поставил задачу создать современную спортивную инфраструктуру в Звенигороде. И главное, с учетом пожеланий местных жителей. Помимо пожеланий по конкретно спортивной площадке, было получено ряд, замечаний по благоустройству близлежащей территории. И наша подрядная организация обязуется выполнить и их в том числе дополнительно, чтобы жителям было комфортно не только заниматься на этой площадке, но и подходить к ней. В микрорайоне Восточный вместе с хоккейной коробкой благоустроят и прилегающую территорию, в том числе тротуарные дорожки. Мария Шматкова, Елена Кравченко, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».